Здравствуйте, садовые герои! Мы продолжаем рубрику «Охотники за Россией». Сегодня я расскажу о человеке, фамилия которого переводится как «липа». Человек, изображение которого знакомо каждому шведу, ведь его портрет украшает банкноту в 100 крон. Человеке, который разработал таксономию, и это позволило биологии стать самостоятельной наукой. Человеке, который осмелился отнести человека к животным и поставил в один отряд с обезьянами, отнеся их в отряд человекообразных. Человеке, имя которого известно каждому из вас. Сегодняшний рассказ посвящен Карлу Линнею. Легенда гласит, что когда маленький Карл плакал, ему в руки давали цветок, и он тут же успокаивался. Так это или нет, мы не знаем. Но точно известно, что с раннего детства ребенка привлекали растения и работы в саду. Маленькому Линнею выделили небольшой участок, где он был полновластным хозяином. Домашние шутливо называли его «Сад Карла». Когда малыш подрос, его отправили в школу, где он должен был постигать науки и в итоге пойти по стопам отца, стать пастором. Но Линней настолько плохо учился, что учителя предложили родителям забрать его из школы и отправить изучать какое-нибудь ремесло. Наверное, так бы и поступил отец Карла, если бы не его старинный друг, преподававший в этой же школе медицину и логику, Юхан Стенсон Ротман. Ротман увидел в ребенке будущего врача, уговорил ректора и родителей оставить ребенка в школе, а сам забрал к себе, чтобы готовить к поступлению в университет. На протяжении всей жизни Линней встречал людей, которые ему помогали. В школьные годы это был Ротманс, затем профессор Стабеус, который пытался помочь молодому студенту, нуждавшемуся в деньгах, устроив его своим секретарем. Но у Карла был такой ужасный почерк, что пришлось отказаться от этой затеи. Затем судьба столкнула его с Олафом Цельсием, который взял юношу в свой дом, где он написал свою знаменитую работу «Введение к помолвкам растений». Эта работа произвела огромное впечатление на профессора Рудбека, который, в свою очередь, представил ее научному Упсальскому научному обществу и, вопреки всем правилам, сделал второкурсника своим помощником с правом чтения лекций. Лектором Линней оказался блестящим. Аудитории были переполнены. Этим могли похвастаться не все профессора университета. Впоследствии, чтобы отблагодарить и увековечить имя своего друга и учителя, профессора Рудбека, Линней назвал цветок, привезенный из Америки, его именем – Рудбеке. Однако, немного времени спустя Карлу пришлось покинуть Упсальский университет. Не всем понравилось, что яйцо курицу учит. И началось разбирательство, на каком основании человек без образования и статуса преподает. Линней уезжает в Голландию, чтобы официально стать дипломированным врачом. После защиты звания и получив обязательные атрибуты врача – шелковую шапочку и золотое кольцо, Линней направляется в Амстердам. Затем посещает Англию, заглядывает в Париж, так сказать, налаживает связи. В то же время он печатает дело всей своей жизни – «Система природы». Первое издание состояло всего лишь из 14 страниц. Это были в основном таблицы, отображавшие классификацию по Линнею. Дело в том, что латынью на тот период почти не пользовались. Растения и животных называли, как Бог на душу послал. Это вызывало большую путаницу и сумятицу. Линней же разделил все на три царства – животные, растения и кристаллы. Эти три большие группы впоследствии нашли отображение в его гербе, где яйцо – было поделено на три сектора, символизирующие животный, растительный и мир кристаллов. Хотя впоследствии сам же Линней признал царство кристаллов ошибочным. Линней предложил структурировать животных и растения. Он предложил следующую классификацию – царство, отряды, семейства, роды и виды. Система природы выдержала множество переизданий еще при жизни Линнея. И если первое уменьшалось на 14 страницах, то последнее, 13-е издание, представляло из себя увесистый том из 6257 страниц. Находясь в Голландии, Линней получил достаточно большую известность. У него была обширная врачебная практика. Он мог спокойно заниматься своей любимой ботаникой. И особого стеснения в деньгах Линней не испытывал. Но, несмотря на всеобщее признание, Карл
всей душой стремился обратно в Швецию. Там были друзья, учителя, семья и невеста. Незадолго до отъезда он сделал предложение дочери городского врача, Саре Луизы Мороа. Она прождала его 5 лет. Они поженились, и впоследствии у них родилось 7 детей. Правда, вернувшись в Швецию, Линнею пришлось все начинать сначала. Всем было плевать, какой статус у него был в Голландии. Линней жаловался, что врачебной практики почти не было. У него не хотели лечиться даже лакеи. Но благодаря таланту и упорству Линней в итоге получил обширную практику, признание и уважение в научном обществе. Карл Линней – один из немногих, кто не просто смог увековечить свое имя в истории, но и получил признание еще при жизни. Его называли князем ботаники, а его учеников – апостолами Линнея. Принято считать, что их было 17. Самым известным считается Карл Тунберг, самым первым – Кристофер Тернстрем. Но на самом деле их было намного больше. Не все они вернулись из экспедиций. Многие погибли, как погиб от лихорадки первый ученик Линнея. Его жена так и не простила Карлу смерть своего мужа. Она публично назвала его виновником в том, что ее дети вырастут сиротами. После этого случая в дальней экспедиции Линней старался отправлять неженатых или бездетных учеников. Ему привозили растения не только непосредственные ученики, но и ботаники из других стран и даже континентов обменивались с ним семенами, черенками, саженцами. Многие влиятельные семьи отправляли в Упсальский университет своих детей. Так 2 из Демидовых приехали в Швецию и стали его слушателями. Они сохранили теплые чувства к учителю на всю жизнь. И даже по возвращению в Россию поддерживали связь с Линнеем. Учеников и последователей у Линнея было много. Гораздо больше, чем противников. Может, они побаивались Линнея? Хотя биографы пишут о том, что Линней никогда не поднимал пущенных в него стрел. Позвольте не согласиться. Когда Иоганн Сигизбек, человек, благодаря которому медицинский сад в Санкт-Петербурге стал одним из лучших в Европе, выступил против учения Карла Линнея о существовании пола у растений, говоря, что Бог не мог допустить такой безнравственности, обиженный Линней прислал Сигизбеку пакет неизвестных семян с названием неизвестного доселе растения. Кукулус ингратус, то есть кукушка неблагодарная. Когда семена взошли, оказалось, что это хорошо знакомое Сигизбеку растение. Сигизбекия ориенталис. Растение, которое Линней в свое время назвал в честь него самого. Или Жорж Луи Леклерк, граф де Бефон, поплатился за то, что не совсем разделял строгую формальную классификацию Линнея. Он предлагал классифицировать флору и фауну не по морфологическим принципам, а по поведенческим. Он считал, что такая классификация привлечет больше внимания и к ботанике, и к зоологии. Линней назвал одно из самых ядовитых растений семейства гвоздичных – буфонии. Но и этого показалось мало. Всем известная серая жаба тоже носит имя великого ботаника – Буфо Буфо. Досталось и пизону, так как одно из очень колючих растений называется пизантея. Ученикам Линнея тоже доставалось, если они вдруг переставали разделять взгляды своего учителя. Так именем Барваля назван первый послен, росший на свалках и бедных почвах. Линней назвал его Барвалия низменная. А когда Барваль быстро стал подниматься по карьерной лестнице, Линней следующий вид посленовых из этого рода назвал Барвалия возвышенная. Ну и на пике конфликта ученика и учителя появилась Барвалия отчужденная. И таких историй много. Давая имена растениям, Линней или возвышал, или принижал своих коллег. И тем не менее, готовя этот сюжет, меня все время не оставляла мысль, что я что-то упускаю. Линней так и остался для меня загадкой. Безусловно, Линней был талантливым врачом, преподавателем и ботаником. Но талантливых людей много, и это не объясняет тот факт, почему научное сообщество так легко и безропотно приняло его классификацию. Не может это объяснить и тот факт, что церковь не предала анафеме Линнея, когда он отнес человека к царству животных. Любовь к порядку и растениям сложно объяснить восхищение Линнеем Жан-Жака Руссо и Гёте.
Много непонятного в его биографии. На мой взгляд, Линней обладал редким даром убеждения. И как знать, может, нам повезло, что мальчик из небольшой шведской деревеньки увлекался описанием цветочков и животных, а не политикой или военным делом. На этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!